В Азове провели беседы с бродячими псами и попросили не нападать. Вы на канале Людмила Оганесян. Компания «Азовская судоверфь» провела разъяснительные беседы с бродячими псами и попросила не нападать на людей, которые проходят вдоль территории предприятия. Директор компании Михаил Бартник в беседе с РЕН-ТВ сообщил, что псов собрали во дворе и провели с ними воспитательную работу. Ну надо же! Руководитель «Азовской судоверфи» исключил, что такие меры могут не принести результата. Конечно, помогают. Вот вам, если будут говорить, что нельзя так поступать, вы же так тоже не будете поступать. У нас очень грамотные и воспитанные собаки, сказал он. Также в соцсетях появилась фотография документа, в котором от имени Бартника докладывают департаменту ЖКХ Азова о том, что руководителям стаи было указано на усиление ответственности за нарушения и противоправные действия. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии и будете в курсе событий, что происходит в нашей стране и за рубежом.